Сопфорум – это вот сейчас уже, наверное, такая больше профессиональная площадка, которая объединяет, с одной стороны, и руководителей высокого уровня, и технических специалистов, и там можно получить ответ на любой вопрос. Как построить процессы, как их вписать в процессы организации и, собственно говоря, как организовать с точки зрения техники. Вопросов на самом деле много, я планирую получить на них ответы, но для меня сейчас прерогативой является тема госсобки. Как работать, как лучше взаимодействовать, что ждет регулятор, каких эффектов и так далее, и, собственно, как мы можем принять участие в этом процессе. Я надеюсь на большее внимание регуляторов и их более открытую позицию и более плодотворное общение с нами.